Вот я сделал наизусть, поскольку старое стихотворение, а сейчас, значит, придется мне читать, буду читать свежие стихи, поэтому, значит, при помощи гаджета. Не буду разбираться как, потому что слепит. Ладно. Я писатель не первого ряда и не второго, поскольку пишу довольно херово и даже, можно сказать, бельетажа. Но первого яруса, по крайней мере, а не галерки сраной какой-нибудь. А раньше, бывало, сидел в портере, дам с лорнетом трогал за грудь. Помню, встречался там с одной такой штучкой. Кстати, знаете ли вы, что такое лорнет? Нет? Так вот, это такие очки, но с ручкой. Сейчас выхожу из дому редко. Давление скачет, ноги болят, да и врачи не велят. Бывает, правда, заходит соседка в холостяцкое мое гнездо. Культурная женщина еврейской нации, в бордовой, как правило, комбинации и поясе черном под хэквондо. Вот нету в жизни счастья у маникюрши Насти, но нет его у Насти, хоть ты плачь. У маникюрши Насти лишь беда да напасти, да череда геройских неудач. У Насти масса шарма, но херовата карма. И чакры не сказать, что прямо уж. А муж ее, Валерик, со стажем эзотерик, в делах постельных не особо дюж. У Вовы говночисты, жена в киноартисты Басилашвили с детства влюблена. А все ее либидо, скорее так, для вида. И вообще фригидная она. Но с говночистой Вовы тяжелые оковы когда-нибудь безвременно спадут. Тогда у них с Настасьей сольются ипостаси и расцветет семейный институт. И будет в жизни счастье у маникюрши Насти. А Вове, пусть он говночист простой, но госпожа удача с былых обломов сдача блеснет своей фиксой золотой. Вот под лед ушла трехтонка, затянулась полынья. Это русская сторонка, это родина моя. Здесь живу я с населением в несогласии глухом по вопросам представления о хорошем и плохом. Два народа, две державы, два концепта бытия. И при этом оба правы, и при этом оба я. Ну вот такое персональное посвящение. Зубами на солнце блистая, с густыми бровями в разлет, писатель Татьяна Толстая за плугом по пашне идет. Писатель Толстая Татьяна, Толстого писателя внук, зимой поднимается рано и сходу буквально за плуг. Татьяна Толстая писатель, прижизненный классик живой, шедевров бессмертных создатель, России хребет становой. Последний приют либерала на этой пропащей земле, сменивший плуг на орала, нам путь освещает во мгле. С Захаром Прилепиным Цугом шагает то взад, то вперед Татьяна Толстая за плугом, и песня о ней не умрет, покуда разумная сея и вечная с добрым во след, внучатый послед Алексея за плугом шагает чуть свет. Сижу в уютном Кармиеле от грозной родины вдали, куда московские метели пока еще не домели, куда пока не долетели С-300, как легко могли, но, видимо, достойной цели в задубье нашем не нашли. А мы живем тут жизнью личной, пусть далеко и достоличной, масштаб не тот, размах не тот, она слегка напоминает провинциальный анекдот, но под себя не подминает ее неторопливый ход. Что же касается людей, они здесь есть, а где их нету? И эллин тут, и иудей, и праведник, и прохиндей, и даже гений и злодей гуляют вместе по буфету, являя торжество идей, свободы, равенства и братства. Читатель ждет у шрифма блядства, но не дождется любодей. Я видел множество земель, но среди частей добра и света мне более всех милее это.
что изощренный вкус поэта ласкает словно карамель с названием нежным «Кармиэль». Ну и последнее такое, путевые заметки. Я пишу вам из Китая, над которым пролетая, из Японии в Непал аэробус наш упал. Мы летели в бизнес-классе, не трястись же в эконом. Я и мой продюсер Вася пили чивус в основном. Мы сперва летели прямо, не теряя высоту. А потом случилась драма, потому что на борту виски больше не осталось, так как кончился запас, что нам резко показалось неприемлемым для нас. Чтоб избегнуть как-то стресса, не сорваться в раз с оси, предложила стюардесса нам догнаться Хеннесси. Вася в гневе очень буйен, хоть по жизни он эстет, и поэтому ей в бубен сходу выписал в ответ. Стюардесса брык с катушкой упала и уткнулась в пол башкой. Вася хоть кого затушит, Вася он у нас такой. Мне внутри мелькнуло что-то подсознание, мне внутри шепнуло что-то подсознание со дна, что заначка у пилота непременно быть должна. Чтобы летчик настоящий долетел без пузыря, у него ж там черный ящик с верхом полный вискаря. Открываю дверь в кабину, говорю, врубись, баклан. Либо я тут кони двину, либо высосу стакан. Говоря короче, грубо, хоть за сколько косарей, но залить мне нужно трубы, и чем раньше, тем быстрее. Вот такая нах засада, вот такая, бля, фигня. И стволом махать не надо перед носом у меня. Тут мне сзади штурман, падла, залепил по кочану, и пока я сзади, и пока я на пол падал, за деталь задел одну. В общем, сели мы в Харбине при отрубленном шасси. Хоть мы тут и на чужбине, но бухла косой коси. Наш девиз – ни дня без пьянки, наша жизнь – сплошной балдеж. Жены наши – итальянки, дети – хер вообще поймешь. Что касается Непала, где спиртное не в ходу, раз уж складно так совпало, то пошел он в Катманду. Спасибо.